Поддержка ветеранов должна быть одним из главных приоритетов в работе сотрудников Управления соцзащиты. Об этом руководителю ведомства на одном из совещаний напомнил глава округа Вячеслав Жилин. Тему помощи нашим почетным землякам градоначальник держит на постоянном контроле. Сам нередко навещает ветеранов, интересуется их здоровьем и тем, какая помощь необходима. С каждым годом свидетелей и участников Великой Отечественной становится все меньше. Но это не повод вспоминать о них только в преддверии очередной годовщины Победы, заявил на одном из совещаний Вячеслав Жилин. Глава также потребовал представителей всех управлений индивидуально поработать с каждым из ветеранов. Они должны понимать, что их почитают и уважают, подчеркнул градоначальник. У нас есть план мероприятий, ветеранов осталось единиц, начальником теруправления. Вы их разберите по себе, если управление социальной защиты дойти до них не может. Управление муниципальной милиции пусть хотя бы там раз в неделю зайдет, спросит, все ли хорошо. Управление образования может подключиться. Цена вопроса 3 копейки. Прийти и сказать спасибо за то, что вы есть. И вот наше участие в их жизни должно сегодня быть обеспечено, понимаете?